хотел бы рассказать немножко о вот печке уже готовой полностью. У меня есть видео, где их обжигал. И такие печки горизонтальные и вертикальные. Вон они две стоят. Или вот под казан. Но об этой печке будет речь позже. Я тоже на нее хочу обзор сделать. Выставлю, как ее обжигал. Видео. Это позже будет. Вот, хочу про эту печку немножко рассказать. Детали. В общем, получается баллон 5 галлонов. Это примерно 20 литров. Что я делаю? Дверку отдельно сперва заготавливаю. Ножки, эти две арматуры, ребар. Может, их стоит делать, может, нет. Ну, в моем понимании они лучше, потому что на них можно поставить ведро, казан, сковороду. Что-то приготовить можно, она не будет скатываться. Здесь делаю уровень. Получается, вот стоит линейка. Она как раз, ну, почти там. В общем, это незначительно, там пару миллиметров расхождения. Это, скажем так, на скорость не влияет. Вот. Сначала я собираю дверку. Вот она у меня полностью есть, заготовка. Я подумал, как это лучше сделать. Врезаю поддувало, ручку, все. Делаю сперва дверку полностью с петлями. Провариваю, все, она готова. Зачищена, зашлифована. Уголочки все выбраны. То есть я делаю дверки, вот заготовки лежат внизу. Десяток сделал. Они уже стоят на тех печках. Ну ладно, это такое. Потом дверку эту можно врезать в любую печку. В длинную это 7 галлонов. То есть получается 26-27 литров. А это у нас 20-литровая. Ну, грубо говоря, там плюс-минус. В общем, это галлон примерно 4 литра. Считайте так. Вот. Та печка, она длинней. Хотя они как братья-близнецы. Дверка все так же самое идет на нее полностью. Ручку эту использую. Это сварочный молоток, чтобы оббивать шлак. Стоит $6. Покупаю их, они очень удобные. Ручку можно брать при любой температуре. Печка нагревается. Эта пружинка, она, скажем так, можно взяться за нее, не сильно горячая. Потом, какие, допустим, хитрости в этой печке? Дверка, она утоплена туда в рамку. Она не внахлёст идет на плоскость, на поверхность. Потому что при нагревании она бывает деформируется, иногда ведет ее. И выпадают в эти щели искры, угольки. Это опасно. Поэтому я сделал, как бы, ну, пришел к тому, что она должна быть внутрь туда. Не сильно глубоко. Вот. А там внутри вот ограничитель стоит. И когда я собираю дверку, у меня как бы есть специальный такой, ну, jig table называется по-английски. Формочка, я туда просто забрасываю запчасти, их прихватываю, достаю и обвариваю. Вот. Я как-то работал раньше по этому делу. Поэтому представление есть, как это все делается. Вот. Потом привариваю эту дверку полностью, ножки, врезаю трубу, привариваю ручку вот с арматуры, чтобы можно было за нее взяться удобно и перенести. Потом эту печку начинаю обжигать, сильно прокаляю. Для чего я это делаю? Если сразу все подогнать, то при том, как ее будут использовать, перепад температуры, металлы разные. Допустим, флатбар, вот этот металл, лист железа, который лежит на полу, это cold steel, он мягкий. Баллон же, я не знаю, какая сталь идет, но он такой как бы подкаленный. Опять же, труба, это третий, ну, труба там не столь важна. Важна вот дверка, потому что ее, если, допустим, подогнал, все поставил, вот эти болтики тоже я потом выставляю и делаю прихватки здесь, точки.
вот внизу, чтобы она уже стояла жестко. И когда металл, допустим, накаляется до красна, он почти печка хорошо разогревается полностью, он садится. Что-то, ну, отпускается металл какой-то, и она более-менее становится однородной массой. Тогда, бывает, открываешь, начинает задевать что-то. То есть повело. Или при сварке, или наоборот, отпустился металл при остывании. Вот. Тогда я еще раз все подгоняю опять, подшлифовываю. Какие-то места, где трутся. Допустим, вот под поддувалом здесь бывает. И после этого уже зачищаю и прихватываю именно петли. Выставляю и прихватываю, чтобы она не была жесткая, ну и в то же время, чтобы она не болталась, открывалась мягко. Довольно. Так, какие тонкости? А я уже говорил, наверное. Дверка сама садится в рамку внутрь, что исключает выпадание искр, да? Я уже об этом сказал, по-моему. Также делаю немножко поддувало с наклоном, что опять же исключает выпадание и вылетание искр, когда дрова трещат. Поддувало, крышку можно регулировать, какой-то угол захочешь, такой и выставить. Вот. Что еще? А, меня спрашивали как-то, почему ты ножки не привариваешь пяточки? Это элементарно. Карандаш ставится, вот так вот отмечаем полоску, обрезаем их диском и привариваем кусочки флатбара, вот, можно. Или пятачки круглые, да. Но чем мне эти ножки нравятся, они не скользят. Я ее ставлю на бетон, даже на железо, они не скользят так сильно. Также в печке делаю решетки. Но если кому-то, допустим, они нужны. Вот такая решетка. Жесткая. Со всех сторон проварена арматура. И с этой, и с этой стороны полностью. Она тоже имеет объем. Нагревается, тоже держит тепло отчасти. Так. Также поддувало с наклоном, и воздух, он устремляется не ровно в печку, а под углом заходит. И если есть решетка, он как бы под решетку идет воздух, и в то же время поднимается к дровам и проходит под всей решеткой и уходит в трубу, создает тягу и увлекает потоки воздуха горячего. Ну так, я смотрел просто видео, как, что вот пришел к такому оптимальному варианту. Так вот она выглядит уже в законченном варианте. Темная такая вот. Краску использую. Вот. High Heat Rust-Oleum. Здесь написано Barbecue Black. Эта краска идет матовая. Все печки матовые здесь. Все 6 штук. Баллончик стоит, по-моему, 3,50 в американских рублях. Вот. Что еще хотелось бы сказать? А, ну, от пола при эксплуатации желательно, чтобы здесь не было дерева. Или из кирпича делать площадку, или какой-то экран ставить, или на бетон, или на землю, потому что с подпечки к полу сильный очень жар идет. И доски там, я пробовал просто, опять же, эксперименты делал. Ложил дощечки, они дымятся. Теплоотдача большая. Если бы ее поставить в домике маленьком или в палатке, ну так как бы стационарно, скажем, я бы сделал просто полукругом вот так экран из кирпича. Потому что от нее очень сильная теплоотдача. Если бы этот экран нагревался, он бы потом дольше держал тепло. Ну, это так. Я говорю, если стационарно где-то устанавливать, если в поход там куда-то или на природу поехал, не будешь кирпичи тащить с собой, понятное дело.
Так что вот так. Труба 6,5 инча, она вниз туда он уходит. Я ее немножко под углом зарезаю в баллон и ставлю 90 градусов здесь. Вот. Вот такой вид, в общем, печурки. Кто приходит, говорит, о, как заводская. Ну так, стали получаться. Получше, скажем. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте. Не знаю, что еще рассказать. Я уже столько наличил в видео предыдущих, что уже, думаю, эта тема надоедать начала о печках. Про эту печку. Это именная. Себе оставлю. Там внутри он решетка. Такая круглая. Но она, в принципе, может и не нужна. Потому что жара вполне хватает и тяги хватает. Я их на улице обжигал. Вот опять же ручки. Делаю, из чего найду. Вот нашел какую-то от старой керосиновой лампы ручку вот такую. Ну вот ограничитель здесь точку поставил, приварил к этой печке, к примеру, ручку использовал. Потом вон еще вариант. Тоже нашел железку, загнул ухо, приварил к печке и поставил пружину. Те сделал ручки просто железные. На видео будет, где обжигал их. А также на интернете с Китая заказал. Вот такие вот. Еще не использовал. 5 штук купил. По $1.50, по-моему, за штуку. Не помню. Точно. Вот. Ну, вот такое. Вот такой кратенький обзор. Не знаю, что еще сказать. Будут вопросы, задавайте. Еще раз говорю. Потому что не знаю, что еще говорить про них. Печка как печка. Немножко трансформировалась в нечто лучшее с первых видео. На мой взгляд, более аккуратная. Ничего уже лишнего нет. Ручку не стал делать от ведра на эту печку. Хотя у меня на одной из горизонтальных такая была. Почему? Ну, просто она немножко неэстетично смотрится, что ли. Здесь впереди вылежала, болталась. А так надо, здесь вот рукой взялся. И за эту ручку. Она не так тяжелая. Примерно 29 паундов ее взвешивали. Ну, 14 килограмм, скажем так, весит. Полностью в сборе. С решеткой. Это я уже следующее занес. Два баллона. Опять же, на такие горизонтальные. Дверки вот готовы. На столе. Уже трубы на них, ножки. Эта арматура пойдет вот сюда. Уже все заготовил, нарезал. Открывается и закрывается. Это еще свободная, видите? Потому что она еще не села на место. Вот этот кусочек вот. Вот этот кусочек. Я использую, вырезая его из самой дверки. Делаю немножко с запасом, поэтому он здесь торчит наружу от этого тюба. От профиля, или как сказать правильно. Какие использую инструменты, что именно. Я говорю, если интересно, будет, задавайте вопросы. Все, на этом заканчиваю. Будут вопросы, пишите и спрашивайте. Расскажу поподробнее, что вас интересует. Еще раз пройдем по кругу. Все капельки от сварки, все зачищено. Выглядит как заводская. Материал в Америке на все это дело дорогой. Вот этот лист железа 3 миллиметра. 4 фита на 8. Самое дешевое нашел $180. 177 точнее. Ну и также эта полоска флатбар. Она у меня здесь трех видов. Тоже. До свидания.
До следующих встреч. Что-то будет интересно, спрашивайте. Держите себя занятыми. Совет мой. Всем удачи. Чтобы жизнь была интересна, нужно делать что-то интересное. У меня это просто хобби. Это не моя работа. У меня работа с электроникой связана. А это совсем другой профиль. Все, всем удачи еще раз и пока.